Милана, продолжаем разговор об 11-м письме. Давай вспомним с тобой, что такое мелодический интервал и гармонический. Мелодический интервал – это когда ноты играются поочередно. Можешь показать? Угу. Хорошо, а гармонический? Гармонический интервал – это когда ноты играются вместе. Покажи, пожалуйста. Хорошо. А теперь давай попробуем построить интервалы в гамме до минор. Вот, например, построй, пожалуйста, от пятой ступени малую секунду. Хорошо. От четвертой ступени малую терцию. От пятой ступени малую терцию. От первой ступени малую терцию. От четвертой ступени чистую кварту. А теперь построй, пожалуйста, в до мажоре от этой же ступени тритон. Хорошо. Теперь от седьмой ступени до минора чистую квинту. Хорошо. Спасибо.